Кто такие волонтеры, чем занимаются, как ими становятся, об этом могли порассуждать уральские школьники. Ну, волонтеры – это люди, которые помогают жилым, пожилым людям, помогают животным. Волонтерами могут стать любые люди, которые хотят помочь просто там животным, людям самим, ветеранам. Всему окружающему миру. Они помогают людям, животным и природе. Я считаю, что нужны, потому что там, к примеру, животным или людям-ветеранам нужно помогать. Но если в нынешней ситуации они гуманитарную помощь на Донбасс везут. Ну а так, в общем, они помогают там. То же самое было уже перечислено более бабушкам там. Кому нужна помощь, в общем. Как раз тему помощи на Донбассе смогли обсудить старшеклассники 6-й школы с участником добровольческой миссии Дмитрием Зайцевым. Недавно он вернулся из поездки в город Рубежная Луганской Народной Республики, где оказывал поддержку местным жителям в составе ГУМ-корпуса Югры. Они благодарят нас за то, что, ну, они видят нас прежде всего Россию, благодарят за то, что мы могли бы не оказывать эту помощь. Но мы оказываем эту помощь. Почему? Потому что мы видим в них близких и родных нам людей, которые ничем не отличаются, ну, тех людей, которые с нами живут в наших городах. Дмитрий Станиславович рассказал о тех условиях, в которых сейчас живут люди на Донбассе, о том, как необходима им поддержка, и в целом о волонтерстве, о том, зачем нужно добровольческое движение. А только так мы можем сделать то, что не могут сделать условные административные работники. Законы не могут покрыть всех потребностей жизни человека, которые существуют. Но это может сделать сам человек. Только потому, что он сочувствует другому человеку и пытается ему помочь. О волонтерстве и не только поговорили школьники с Дмитрием Зайцевым. Обсудили ЕГЭ и выбор будущей профессии. Ведь именно для этого существует проект «Уральский подиум. Людям о людях», где поднимаются интересные вопросы и находятся на них ответы. Елена Шимшаева, Александр Усков. Наши города.